Нина родилась в 2001 году. На момент съемок училась в 9 классе. С ней нас познакомили практически сразу после того, как девочка прибыла в интернат. Естественно, ей было очень сложно расслабиться и принимать участие в съемках. Но все же она героически пыталась скрывать свое состояние, периодически подрагивая и еле сдерживая слезы. Всю нашу группу сразила искренняя, широкая и добрая улыбка, открывающая милые ямочки на щеках Нины. Эта интеллигентная девочка больше всего любит слушать музыку и срисовывать различные картинки. И самым важным в жизни на данный момент для нее является успешное поступление в училище, где Нина хочет изучить профессию парикмахера. Выучиться, найти нормальную работу. Она очень хочет, чтобы родные всегда были рядом и поддерживали ее. Ну, чтобы родные всегда поддерживали и помогали в чем-то. В людях больше всего ценит честность, искренность, доброту. И считает, что и сама обладает всеми этими качествами. Мы искренне надеемся, что отзывчивые и добрые люди станут для Ниночки любящими родителями.